В Симферополе закончилось 22-е заседание оккупационного суда по делу заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза. Ни один из потерпевших не считает его виновным в беспорядках под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014-го. Подсудимого в зале суда не было. Заседание проходило в режиме видеоконференции. Адвокат Николай Полозов считает, что оккупационные власти Крыма намеренно затягивают процесс. Сегодня состоялось 22-е судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза. Сегодня должны были допрошены быть еще два потерпевших, но они не явились. Выяснилось, что один из них занят по работе, он где-то снимается в кино, а второй потерпевший утром выехал из Керчи, но до настоящего времени не доехал до суда и никакой связи с ним нет. Следующее заседание назначено на завтра на 9:30.